Xiaomi Mi 9 SE. Этот компактный аппарат из флагманской линейки компании вызывает серьезный интерес у потребителя. Что неудивительно, ведь наконец Xiaomi дала покупателю компактный и мощный смартфон с NFC. Но возникает вопрос, насколько данный аппарат предпочтительнее для покупки, чем прошлогодний флагман, модель Mi Mix 2S. Давайте сравним между собой глобальные версии этих смартфонов, выделим их основные особенности и решим, в каких случаях лучше выбрать тот или иной гаджет. Обзор будет подробным, разберу очень много аспектов, в том числе касаемо камер, так что устраивайтесь поудобнее. Ну и конечно пишите свое мнение в комментариях и не забывайте подписываться на канал, если еще этого не сделали. Впереди вас ждет много интересных видео. Сначала коротко о ценах. На момент записи ролика в Китае глобальная версия Mi 9 SE 664 дешевеет и стоит уже $290. Вариант 6128 – $320. Глобальный Mi Mix 2S 664 можно найти за $300-$310, 6128 – за $340. В РФ цены и вовсе одинаковые. Оба стоят 22-24 тысячи рублей за вариант 664. Как видим, по стоимости аппараты сейчас фактически равны. Далее комплектация. В коробке с каждым из смартфонов мы найдем кабель USB Type-C, блок питания на 18 Вт, переходник на джек 3,5 мм и чехол. У Mi 9 SE это простой силиконовый вариант. Крайне бюджетный и хватит его только на первое время. С Mi Mix 2S идет пластиковый чехол с покрытием Soft Touch. Со временем он может треснуть, но визуально, конечно, выглядит дороже и больше соответствует классу устройства. Причем белый вариант мне нравится больше, чем черный. Теперь внешний вид. Оба имеют металлическую раму и глянцевую спинку. В случае с Mi 9 SE она полностью зеркальная, прикрыта стеклом Gorilla Glass 5. Доступно три цвета – серый, розовый и голубой. Выглядит круто, но спинка очень быстро собирает отпечатки пальцев и весьма скользкая. У Mi Mix 2S она выполнена из керамики. Есть черный и белый вариант. Белый весьма практичен, отпечатки незаметны, мелкие царапины на белом также будут не видны. Черный же вариант, как и в случае с Mi 9 SE, будет ляпаться весьма сильно. Плюс керамика не менее скользкая, чем стекло, так что и Mi 9 SE, и Mi Mix 2S я рекомендую носить в чехле. Ну а в качестве альтернативы ребята из Glueskin предложили мне другое решение – кожаные наклейки на спинку. Их легко приклеить на заднюю панель смартфона. Наклейка сделана из натуральной кожи и имеет минимальную толщину. Тактильные ощущения приятные, при этом задняя панель защищена, и смартфон не становится огромным, как это будет с некоторыми чехлами. Надоело и хотите другую? Смело снимайте, обещают, что следов на корпусе она не оставит. В ассортименте наклейки на iPhone и гаджеты от Huawei, Samsung, Xiaomi и других марок. Доступен большой ассортимент разных видов кожи. Есть варианты с вышивкой или тиснением, можно заказать аксессуары по индивидуальному заказу со своим рисунком. А моим подписчикам по промокоду SmartObzor скидка 10%. Ссылку оставлю в описании, ну а мы идем дальше. Если посмотреть на аппараты спереди, то оба выглядят классно. Mi 9 SE имеет типичный для 2019 года дизайн. Небольшие рамки и каплевидный вырез под фронтальную камеру. Mi Mix же весьма оригинален и узнаваем. У него тонкие рамки сверху и сбоку. А вот снизу довольно толстый по сегодняшним меркам подбородок, на котором расположена фронтальная камера и одноцветный диод уведомлений, которого, кстати, лишен SE. Здесь его заменяет функция Always On Display. Площадь экрана к фронтальной поверхности выше у SE – 90,5% против 82% у Mi Mix. Также отмечу, что Mi Mix толще и тяжелее – 8,2 мм против 7,5 и 189 грамм против 155. Да и ширина разная – 74,5 мм против 70,5. В итоге, несмотря на плюс-минус схожую длину, Mi 9 SE ощущается более компактным аппаратом. Он лучше лежит в руке и им проще управлять одной рукой. При этом и Mi Mix также дает вам такую возможность. Нижняя кромка на самом деле не сильно мешает, даже чуть удобнее дотягиваться до нижнего края. Не надо сильно опускать палец, лишь до верха дотянуться тяжелее. Зато основная камера на Mi Mix выпирает не так сильно, и на столе он почти не шатается, в отличие от SE. В общем, по внешнему виду у обоих все отлично, но Mi 9 SE все-таки ощущается более компактным устройством, разве что капелька может кого-то напрягать. Что до разъемов, то у обоих USB Type-C версии 2.0, у SE также в наличии и ИК-порт, а вот мини-джека нет ни там, ни там. Сканер отпечатка пальцев у Mi Mix на спинке, в то время как у SE встроен в экран. Работают оба шустро и точно, но я отдам предпочтение на экранному сканеру. Такое расположение удобнее, а сам датчик весьма хорош. Плюсик Mi 9 SE. У обоих есть и разблокировка по лицу. При хорошем освещении она плюс-минус равна и работает весьма шустро. Ну а ночью проблемы бывают и у SE, и у Mi Mix 2S. Но в целом это адекватный уровень.
Далее экраны. У обоих это Full HD Plus матрицы. IPS у Mi Mix 2S и Super AMOLED у Mi 9SE. 5,99 дюйма против 5,97. Соотношение сторон 19 на 9 у Mi Mix против 19,5 на 9 у SE. Экран Mi Mix больше по площади. Оба дисплея радуют хорошей цветопередачей и отличными углами обзора. Контрастность под углами и глубина черного выше на Mi 9SE, что неудивительно. Максимальная яркость белого поля также выше. 218 кандел на метр квадратный против 165 у Mi Mix 2S. Минимальная напротив, ниже на Mi Mix, 0,35 против единицы. Что касается мерцания, то IPS на Mi Mix 2S этого недостатка ожидаемо не имеет. Коэффициент пульсации не превышает 1% на всем диапазоне яркости. Mi 9SE в этом плане не блещет, как и абсолютное большинство AMOLED-экранов на китайских смартфонах. Вменяемые 6% на максимальной яркости и 8% на 3/4, при норме в 5%. А вот на середине это уже 66% и внушительный 140% на четверти, на минимуме же 53%. В общем, если вы чувствительны к данному параметру, имейте это в виду. В остальном экраны нравятся что на Mi 9SE, что на Mi Mix 2S. Тут еще немного личного опыта. Крайне рекомендую на Mi Mix китайское защитное стекло от ESR. Стоило мне 4 бакса. Имеет очень крутую олеофобку, которая уже долгое время не стирается. Никаких сеток и пузырей. А рамки в цвет закрывают черные полоски вокруг экрана. После одного из падений образовался небольшой скол. Но стекло выдержало и не треснуло. Реально один из лучших вариантов, что я использовал. Ссылку также оставлю. Также по поводу датчика приближения на Mi Mix. Многие жалуются на некорректную работу. Подтверждаю, у меня бывало, что экран включался во время разговора, и я ставил его на паузу или включал запись. Не скажу, что часто. Критической проблему лично у меня не назову. Но как будет у других, не скажу. Может быть и хуже. Что со звуком? Mi Mix задействует в том числе разговорный динамик. Так что здесь есть определенный стереоэффект, хоть и небольшой. У Mi 9SE динамик один, он неплох, но на равной громкости Mi Mix чуть интереснее. При этом максимальная ощутимо выше на Mi 9SE, запас в 3-4 деления. В наушниках же звучание идентично, с запасом по громкости. Не забудьте лишь сменить регион на Сингапур, если громкости вам не хватает. Теперь о производительности. Mi Mix 2S работает на флагманском чипе предыдущего поколения Snapdragon 845. 10 нанометров, графика Adreno 630 и две версии памяти 664 и 628. Mi 9SE построен на новом чипе Snapdragon 712, более младшего сегмента. 10 нанометров и графика Adreno 616. Версии памяти те же. Кстати, и там это быстрая UFS 2.1 в качестве основной и LPDDR4X оперативная. Слот под сим-карты у обоих двойной, без поддержки карт памяти. У SE он с резиновым уплотнителем, так что какую-никакую защиту от влаги он имеет. Начнем с тротлинг-теста. Mi Mix 2S по баллам ожидаемо впереди. Среднее значение 154 гигафлопс против 135 у SE. На самом деле оба аппарата тротлят не сильно. SE вообще за полчаса не опустился ниже 80%. Mi Mix просаживался до 75%. В бенчмарках Mi Mix заметно круче. 297 тысяч баллов против 180 у Mi 9SE. За три прогона результаты ни там практически не падают. В Geekbench 4 Mi Mix снова лучше, что совершенно неудивительно. 845 явно мощнее 712. Но что на практике? В играх ситуация такова. Оба весьма и весьма хороши. В танках на ультра настройках Mi Mix дает стабильные 60 FPS. Mi 9SE иногда просаживается до 40-45, но в основном это те же 60 FPS. Графику можно не понижать. В PUBG Mobile через GFX Tools снимаем ограничения по FPS и ставим высокие настройки графики. На SE получаем 55-60 кадров в закрытом пространстве и около 40 на открытом. Хороший результат. Mi Mix на высоких настройках выдает стабильные 60 FPS в помещении и 50-55 на улице с периодическими просадками до 40. Играть также более чем комфортно. И это в Full HD разрешении. В общем, в играх Mi Mix чуть впереди, но SE весьма хорош. Разница между ними в текущих тяжелых играх не столь велика. Теперь о скорости работы оболочки. Оба работают на стабильной глобальной версии MIUI 10 и работают действительно хорошо. Мне показалось, что с обновлениями Mi Mix стал лучше. Тоже жестовое сворачивание приложений теперь дергается очень редко. Аппарат реально быстрый. Но и Mi 9SE отстает не сильно и по скорости ближе скорее к Mi Mix, чем, к примеру, к Redmi Note 7. Если сравнивать скорость запуска приложений в лоб, то Mi Mix всегда немного быстрее. Это заметно, чудес не бывает, 845 чип мощнее, чем 712.
HDR-снимок здесь также делается шустрее, но без прямого сравнения оба ощущаются действительно быстрыми аппаратами. Все-таки 712 Snap очень неплох. Подводя итог, Mi Mix ожидаемо мощнее, но на практике разница не так велика, как ожидаешь. Оба смартфона хороши в плане производительности. Что с автономностью? 3400 мАч у Mi Mix 2S против 3070 у Mi 9 SE. При этом SE имеет AMOLED-экран и темную тему в MIUI, что слегка нивелирует разницу в емкости батареи. В итоге долгожителями я точно не назову ни того, ни другого. Оба живут под нагрузкой один день до вечера, при примерно 6 часах экрана у Mi Mix и 5-5,5 у SE. Замечу, что в режиме ожидания оба расходуют заряд батареи, в отличие от тех же Huawei. За полчаса просмотра YouTube оба тратят по 5% заряда, полчаса игры в танки – 10% батареи. Зато заряжаются оба весьма быстро – 49,51% за полчаса и 89,91% за час. Также не забудем, что Mi Mix имеет поддержку беспроводной зарядки, которой лишен Mi 9 SE. Ну что, теперь о камерах. Двойной модуль на Mi Mix 2S против тройного на Mi 9 SE. На Mi Mix также поставил G-Cam, которая не работает корректно на Mi 9 SE. И пока не факт, что вообще заработает, из-за ограниченной поддержки камера 2API. Так что все честно. Давайте смотреть, кто круче. В хорошую погоду оба делают очень неплохие снимки. G-Cam явно завышает контрастность, что не всегда идет на пользу. В тенях бывают провалы. Плюс на этом кадре почему-то огромное количество шумов, хотя я везде снимал на расширенный HDR+. При этом иногда снимки с родных камер Xiaomi в HDR чересчур пересвечены. Особенно это касается Mi Mix. С его отключением кадры получаются лучше. Касаемо резкости, это один уровень. Особой разницы я не заметил. В пасмурную погоду ничего не меняется. G-Cam по-прежнему чересчур контрастный. Сток на Mi Mix чуть завышает экспозицию. Чуть больше понравился Mi 9 SE. Он как золотая середина между камерами Mi Mix, хотя результаты очень близки. Макро хорошая во всех трех вариантах. Не буду кого-либо выделять. Нравятся и цвета, и резкость. Хотя G-Cam по четкости, как всегда, чуть выигрывает. Далее двукратный зум на стоках. Кадр интереснее на SE. Сделав кроп, видим, SE в меру контрастнее и с точки зрения деталей также лучше. Еще кадр и снова SE нравится больше, как по цветам, так и по детализации. А вот на ярком солнце больше понравился Mi Mix. При равенстве по деталям здесь нет шумов. Что касается съемки ночью, то примеров немало. Можно довольно долго рассуждать на эту тему. Сначала будут снимки в авторежиме, потом в ночном. Ссылку на оригиналы постараюсь оставить в описании. Скачивайте и сравнивайте сами. Я лишь выскажу свое мнение после оценки снимков. Ночью без кропа разницы вы фактически не заметите. Разве что G-Cam шумит сильнее остальных. Особенно в режиме расширенный HDR. Mi 9 SE или не отстает от Mi Mix 2S, или иногда даже чуть резче, причем как в авторежиме, так и в ночном. Так что наличие в Mi Mix оптической стабилизации не приводит к ожидаемому превосходству при съемке ночью, чему я, честно говоря, несколько удивлен. Не забудем и о широкоугольном объективе Mi 9 SE, тут Mi Mix скрыть нечем. При адекватном освещении кадры выходят весьма хорошими и эффектными, а вот ночью снимки мыльные. Фронтальная камера, на удивление, у Mi Mix не так и плоха, как мне казалось, особенно если использовать Google камеру. В общем-то, не выделю здесь откровенного лидера. Оба умеют снимать и в HDR, и в портретном режиме. А вот портретный режим основной камеры на стоке Mi Mix просто ужасен. Никакой детализации. Здесь G-Cam очень выручает, и кадр сравним с Mi 9 SE. Видео оба умеют снимать вплоть до разрешения 4К. Приведу несколько примеров с разным освещением. Отмечу, что при повороте камеры Mi Mix ведет себя однозначно плавнее. Это тест видео Xiaomi Mi Mix 2S и Xiaomi Mi 9 SE. Это тест видео Xiaomi Mi Mix 2S и Xiaomi Mi 9 SE. Посмотрим, как они записывают звук и как работает стабилизация. Съемку веду в 1080p. Продолжаем тест, на этот раз в 4К. Посмотрим, как при таком разрешении записывается картинка. Продолжаем тест, на этот раз в 4К. Посмотрим, как при таком разрешении записывается картинка. Следующий тест. Посмотрим, как два эти смартфона снимают видео ночью. Съемку веду в 1080p. Следующий тест. Посмотрим, как два эти смартфона снимают видео ночью. Съемку веду в 1080p. Ну и завершающий тест, съемка в 4К. Завершающий тест, съемка в 4К.
Также доступен слоумо 120, 240 или 960 кадров в секунду. Максимальное разрешение HD. Что касается беспроводных интерфейсов, то оба прекрасно ловят 4G+, поддерживают VoLTE, имеют Bluetooth 5.0, двухдиапазонный Wi-Fi и, что самое важное, модули NFC, а значит возможность бесконтактной оплаты. В общем, тут полный набор. Ну что, давайте попытаемся подвести итог. Оба аппарата бесспорно интересны, имеют как достоинства, так и недостатки. Несмотря на условный возраст, Mi Mix 2S по-прежнему актуален за свою цену. У него классная сборка и материалы корпуса, большой IPS-экран безо всяких вырезов и капелек, адекватная камера, особенно вкупе с G-Cam, мощное железо, NFC и беспроводная зарядка. И все это за $300. Минусы – средняя автономность, возможные проблемы с датчиком приближения и довольно большой вес. Плюс расположение фронталки на достаточно широком подбородке вызывает неудобства. Козыри Mi 9 SE несколько иные. Качественные материалы тут дополнены действительно компактными размерами и тонкими рамками со всех сторон. Здесь также в наличии модуль NFC и очень схожая по уровню камера. Плюс есть широкоугольный объектив и сканер в экране, а также весьма хорошее железо с такой же быстрой, как у конкурента, памятью. Из минусов – все та же автономность и средненькое качество видеосъемки. Какой из них выбрать, решать только вам. Mi 9 SE кажется мне более трендовым и современным устройством, обладающим самыми новомодными фишками, вроде ширика и классного сканера в экране. Но если вам не нравится вырез в дисплее, у вас болят глаза от AMOLED и вам нужна беспроводная зарядка, Mi Mix 2S будет прекрасным выбором за свои деньги. А какой из них выбрали бы вы? Обязательно напишите свое мнение в комментариях. Посмотрим, кого больше. Можете также посмотреть сравнение Xiaomi Mi 9 и OnePlus 6T. Или тест 855-го Snapdragon против Kirin 980. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик и до скорого!